Всем привет-привет! Сегодня я хочу вам показать, а точнее рассказать. Многие не используют такую вкладку на YouTube, как сообщество. Хочу, может, кому-то открыть секрет, что YouTube планирует в будущем стать как социальная сеть, поэтому в сообществе вы можете размещать свои же посты. Их тоже видят ваши подписчики, их тоже можно лайкать и даже писать комментарии. Вот, к примеру, есть у меня пару постов. И эти посты можно так, как и в Одноклассниках, допустим, или там в ВК, откладывать на позже. Вот сейчас мы с вами попробуем разместить какой-нибудь пост. Значит, вот находимся мы в сообществе. Я вставляю отзыв даже про наш кислородный бальзам. И затем... Значит, первый значок этого голосования, второй – картинка. Выбираем картиночку. Вот она загрузилась. И можно, я думаю, видите, и текст написать, и стикеры, и фильтры применить. Я ничего применять не буду. И я думаю, вы видите, что можно несколько фотографий загрузить. Я себя пропагандирую как эксперт продукции компании, поэтому на моем YouTube-канале будет нормально и в тему, как говорится, пост про вот кислородный бальзам. И нажимаем «Опубликовать». Но я думаю, вы видите сверху справа значок «Часы». Здесь можно отложить публикацию. Я же хочу опубликовать. Нажимаем «Опубликовать». Немножечко ждем, и вот она опубликовалась в сообществе.